Буквально час назад, дорогие наши зрители, на одном из российских телеграм-каналов мы узнали о страшной трагедии. Эта трагедия произошла еще вчера вечером недалеко от дома, где проживает российский актер Евгений Цыганов. Оказывается, Евгений Цыганов очень сильно пострадал. На данный момент он находится в больнице с тяжкими телесными повреждениями. Информации очень мало, но мы все-таки выяснили, что же случилось с нашим любимым актером в тот злополучный вечер. Оказывается, он возвращался домой после съемок. Недалеко от его дома он заметил, как пьяный мужчина пристает к девушке. Он вступился в разговор, пытался девушку защитить, но пострадал сам. Пьяный мужчина ударил его пустой бутылкой по голове, тем самым причинил ему тяжкие телесные повреждения. Пьяный мужчина скрылся, а девушка, которую пытался защитить Евгений Цыганов, вызвала скорую помощь и сотрудников полиции. Сейчас Евгений Цыганов находится в больнице, где ему оказывают медицинскую помощь, а девушка дает показания в полиции, пытается сделать фоторобот нападавшего. Будем надеяться, дорогие зрители, что с Евгением Цыгановым все будет хорошо. Не забывайте, что завтра утром на нашем канале выходят самые интересные новости из жизни российского шоу-бизнеса.